оно так быстро заканчивается. Особенно это дети наши чувствуют, когда отдыхают с нами здесь в Карачарово. Тут тебе пионер-болы и лапта, и бог знает какие игры, пляж, и все. А тут уже на дворе август. Школьный год скоро начнется. Надо готовиться, сил набираться. А силы понадобятся. Потому что только сильный ученик может написать такие строки в школьном сочинении. Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой. С собой взяли только самое необходимое. Картошку, палатку и Марью Ивановну. Герасим бросил Татьяну и связался с Муму. Костер замерз, и угли закоченели. Трагическая история. Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но они и там не работали. Когда русские дружинники вышли на поле битвы, из-за кургана выскочила татаро-монгольская ига. Онегин ехал к своему умирающему дядю, приехал и спрашивает: «Скажите, дядя, ведь недаром Москва спалила пожаром?» Армия бежала, а впереди бежал Наполеон, теряя свое величие и честь поминутно. Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. Это действительно выдержки в школе в сочинении, уж не поверьте, я учитель русского языка и литературы. И те еще первые встречаются. Так что здоровья нашим детям, им силы нужны.